На календаре август, всего лишь месяц остался до конца больших каникул, поэтому многие родители уже задумываются над тем, как подготовить ребенка к школе. Ученические ранцы, форму и обувь рады предложить мамам и папам на торговой площадке по новому адресу на улице Куйбышева, недалеко от центрального рынка. В продаже будут представлены одежда делового стиля, обувь, школьно-письменные товары, канцелярские товары, также ученические ранцы, ну и другие товары и школьные принадлежности. Сегодня разнообразие школьной формы может удовлетворить запросы даже самых щепетильных родителей. Разные ткани, разные фасоны, разные стили. Среди моделей как товары отечественного, так и импортного производства. Продавцы всегда готовы подсказать, рассказать о каждом экземпляре своей продукции. На девочек можно приобрести кардиганчик с платьицем, юбочка с блузочкой, сарафанчики есть, пинжачки, рубашечки, блузочки разные, босоножки. Конечно, один из самых главных атрибутов школьника – портфель. Сегодня, подбирая ассортимент, закупщики ориентируются не только на цветовую палитру и стиль. Особое внимание – по крою сумки, шлейкам и, конечно же, спинке. Она должна быть оборудована специальными вставками, чтобы нагрузка в рюкзаке распределялась равномерно. Мы соблюдаем все модные тенденции, то есть что конкретно нужно. Во-первых, в рюкзачках важно бывает жесткая спинка специально, чтобы не надавливали ни какие-нибудь книжки, ни тетрадки не давили. То есть это важно, такая спинка. А в основном, то есть все модные фирмы, все, то есть цвета, все, что нравится. Школьные распродажи только начались. Более крупный рынок ученических принадлежностей и формы заработают уже в эту субботу по улице Московская, 332. Там, кроме одежды и обуви, в широком ассортименте будут представлены канцелярские принадлежности и тетради. Также торговля школьным ассортиментом началась в крупных гипермаркетах и магазинах города. Для отдельных категорий граждан предусмотрены скидки и рассрочки.